Вот только что выпустила новенькую Кайсу. Это свежевыкупленная зверофермы Лиса. Ну как свеже? Неделю карантина мы отсидели. Потом ее подружку забрали. Ну, мы выкупили нескольких животных. И, собственно, с планами, что одно не с нами будет жить. Ну, два, точнее, не с нами. Она... Эй! Яй-яй-яй! Ну, на самом деле, виновата Лися, да. Как она подала сейчас сдачу, потому что я подошла, и рядом со мной она почувствовала свои силы. Вот. Буквально минут назад я выпустила новенькую безымянную пока девочку Кайсу. Почему выпустила раньше, чем планировала? Почему завершила карантин раньше? Ей 4 года, она всю жизнь прожила в маленькой клетке, и рядом с ней всегда были другие лисы. Когда забрали вторую девочку, с которой она была выкуплена, у нее начались реальные панические атаки. Она начала кружить по вольеру, не зная, куда себя деть. И даже захромала на плечо от таких нагрузок. Поэтому, собственно, пришлось... Вот сейчас перенесла, да? Принести ее Кайсу, с которой мы планируем, что она будет жить дальше. Кнопа вот сейчас изгнана оттуда. Вот, и она будет жить, ну, вот тут, да, там. Большой вольер. Даже больше, чем эти. Вот, пока что, на время гона. После гона посмотрим. Чего ты делаешь? Прекрати ломать все. Прекрати все ломать. Вот. А девочка будет жить тут. Просто переезд планировался, ну позже. Действительно позже. Вот. Потому что требуется время на адаптацию, еще что-то. Но я 3 дня за ней наблюдала. Ну, сегодня вот 3-й день ее жизни одной, без ее подружки. И мне прям не понравилось то, что я вижу. Вот. Айс пока пытается понять, кого к нему посадили. Но Айс умный мальчик, он не будет ее обижать. У них, наверное, произойдет сейчас какое-то выяснение отношений, но она вообще не конфликтная. А Айс, он пока... Ну, он возмущен, потому что это его территория. Но на самом деле, конечно, обижать там девку он не будет. Мне кажется, я не могу вспомнить, чтобы он с кобелями-то дрался. Вот. Ну, а девчонки пока гуляют, потому что... вот. Мои 3 девочки сейчас работают меньше всего. И они прям, ну вот вчера в флеш с Лекси работали очень классно, очень классные кадры ждем. Видите, они спокойные, они набеганные, наобщавшиеся, они спокойные. Айс на самом деле набеганный, спокойный. А девчонки аж с ума сходят, когда видят меня с поводком, такие вопли поднимают. А им просто действительно очень скучно. Потому что вот эти прогулки это одно, а кормежка, новые люди, новые впечатления, это как бы какие-то трюки, которые я прошу. Они, может быть, иногда и сложные, но они очень сильно занимают мозг. Да? Лезь, Ёж. И этого им тоже не хватает. Ёшенька! 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 Ой, хвост завилял! Ну... Сложные отношения с Кнопой, это отдельная пьеса. Видите, очень хочется поругаться с Кнопой, но бдит мать. И наверняка наругается. Да, Ёша? Наругается. Молодцы. То есть, на самом деле, их нельзя вот оставить гулять без присмотра, эту троицу. Ну, с Кнопой вообще никого нельзя оставить надолго без присмотра, потому что... ну, вот поэтому... Кнопа успела всех обидеть, все ее не любят. При этом Кнопа точно знает, что при мне отвечать нельзя, и ходит такая вся типа лапочка. Но это вот пока я рядом. Пока я рядом, все лапочки. Я ж точно буду ругаться за драку. Ну вот и все. Все. Вся притирка. Видно, да, видно, что хромает на плечо. Я сейчас ощупала ее.
она, ну, такая, конечно, в перчатках надо ловить, но на самом деле агрессии не проявляет, к ней можно спокойно зайти. И, ну, она не агрессивна. Иди сюда. Ну, не ты, не ты. Да. Да, 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 да. Что ревность? Отстань. Отстань, ты меня сейчас будешь по карманам лазить. Отстань. То есть, видите, она, в принципе, к человеку очень хорошо относится, адекватно. Она тоже голубоглазая. Да, да. Нет, я тебе не дам своровать телефон. То есть, вот, она не дикая. Она не ручная, я не знаю, будет ли она когда-нибудь гладиться. Думаю, кстати, что будет она заинтересована в человеке довольно сильно. Очень любопытная. Вот. Так что я надеюсь, что жить 4 года на ферме... Ну, не то, чтобы они могли как-то не сказаться. Конечно, сказались. Сказались не фатально, что девочка сейчас за ближайшие пару месяцев придет в ту форму, которая... Я считаю, приемлем. Ну, вот, вот я только вышла оттуда. Сейчас пойду разгоню. Ой. Которую считаю приемлемой. И может быть, поучаствует в нашей программе разведения редких окрас. Может быть. Это будем смотреть по, собственно, ее... Ну, по всем параметрам, честно говоря. То есть она... Поскольку она была на звероферме, у нее были за эти годы дети, мне известно, какие дети там были, да, трафаретки. Она хорошая мать, более того, больше года она отдыхала, то есть это не на износ. Но все равно надо, чтобы прошло несколько месяцев. Очень хочется играть, но баба уже всех выбесила и настроила против себя. Вот. Ну, надо, в общем, чтобы прошло время, чтобы я убедилась, что она себя хорошо чувствует. Известно, что у нее гон в марте, довольно поздний, так что у нас будет время оценить, подходит ли ей роль матери в этом году или вообще когда-нибудь, и что будет показывать у нас закон на тот момент и прочее, прочее, прочее. И может быть, да, в этом году у нас, может быть, будут лисята по совместной программе с... лисьей семьей Ани, да, то есть. Эй! 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 Леся! 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 Кноп, отстань от нее. Кноп, Кноп, иди ко мне. Молодец. Не хочет уже с тобой никто. Вот. И Кнопа, соответственно, действительно, определенные какие-то планы у нас есть. В общем-то. Что это? Что это? Это что? Нет, я не буду с тобой играть, ты больно играешь. Вот. Не надо меня за ногу хватать, пожалуйста. Мне не нравятся твои игры, они дурацкие. То есть определенные планы есть, да? То есть мы сохранили. Молодец, вальс. Хорошо. Сидеть! Сидеть! Так, ну кто спешит? Нет. Сидеть! Хорошо. Вот, мы сохранили на двоих определенный интересный генофонд. Но поскольку лисы это сложно в плане... Не надо хватать за рукав. Иди на место. Иди, я тебя уберу на место, да. В плане поиска владельцев. Ну, потому что... Слезь, пожалуйста. Не так и легко и просто найти владельцев, которым ты можешь доверить лису, понимаете? То какие-либо планы по разведению, буду ли я их реализовывать, вот, будет понятно попозже. Пока же у нас просто план здоровые, любимые лисы. И чтобы вы все видели... Сидеть! Так, сидеть! И чтобы вы все видели, что лиса не только ценный мех, но и вот такой офигенный зверь. На этом прощаюсь. Всех с наступившими новогодними праздниками. Пока-пока.